Лучше, чем год назад, но хуже, чем могло быть. Сегодня автоинспекторы подвели итоги своей работы за год, назвали впечатляющие цифры нарушений, происшествий и пострадавших. И рассказали, как собираются снижать статистику ДТП. Главными проблемами по-прежнему остаются пьянство за рулем, превышение скорости и неграмотные пешеходы. Больше миллиона нарушений правил зарегистрировали в Новосибирской области в ушедшем году. В ДТП погибли 450 человек, а счет травмированных идет на тысячи. Причины из года в год неизменны. 18 тысяч водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, около 700 тысяч нарушений правил скоростного режима, почти 80 тысяч нарушений пешеходами. И вообще мы в 2014 году для себя определили особую категорию участников дорожного движения, тех, кто, как мы их называем, злостные нарушители правил дорожного движения, кто имеет более 10 штрафов. С этой категорией нарушителей работают участковые и судебные приставы, а у инспекторов под особым контролем так называемые очаги аварийности, которых в регионе около 100. В ГИБДД отмечают, на тех участках, где установлены камеры фото- и видеофиксации, количество ДТП резко сократилось. Поэтому в 2015 году инспекторы планируют перебросить камеры видеонаблюдения с тех участков, где они уже справились со своей функцией, на те, которые по-прежнему считаются очагами аварийности. Такому количеству ДТП способствовали плохие погодные и дорожные условия, особенно в районах области. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, добавлено более 300 миллионов рублей на областные дороги. Продолжаем фотофиксации. Подписан госпрограмма, которую я защищал в правительстве на 3 года развития данной системы. 50-70 и 80 миллионов рублей, соответственно, в 2015-16 и 2017 годах будут потрачены на, или вложены на данное направление. В целом, по итогам года ситуация на городских и региональных дорогах улучшилась. Методом кнута и пряника инспекторы сумели добиться снижения числа аварий на 10%, а количество погибших и пострадавших в них на 15%. Александр Могилин, Алексей Погудин, Новости УТС.